Мы только что посмотрели фильм под названием «Два мира с богами». На самом деле, я не заметила, как пролетели эти 2 часа. Я тоже. Фильм очень полный. Да, очень крутой. Он, знаете, вот на протяжении всего фильма он держал вот реально интригу. Да, держал интригу. Хочу сериал. Задумка крутая. Очень. И воплощение. Да. Сюжет повернут вот вообще на 2 мирах, скажем так, на нашем и загробном мире, в котором разбирают все грехи, которые мы сделали за всю нашу жизнь. В общем, какие сцены из этого фильма вам понравились больше всего? Сцена там, где во сне разговаривает младший сын с матерью. Mm-hmm. Если вы посмотрите, то вы увидите, как я реву. Я всплакнула 4 раза. 2 раза я плакала из-за этого персонажа Дио, который умалишён и солдат. Я понимаю, насколько жестокий мир для тех, кто болен. Сцена, которая меня больше всего поразила, это сцена, в котором убивают младшего брата. Актерская игра Дио, просто я не могу, он настолько шикарен. Дон Кенсу, это вот реальная любовь. Лиз, а тебе какая сцена больше всего нравится? Мне как раз тоже, вот, меня очень сильно запомнил Дон Кенсу, когда он после этой всей агрессии, старший брат успокаивал Дио после того, как он попытался сделать самоубийство. Все-таки что-то доброе в нем есть. На самом деле, весь фильм это вот такое скопление крутых сцен. Да. Следующий мой вопрос. Кто из актеров понравился вам больше всего? Имя Докицу не назвать. Да, пожалуй, это будет старший жнец. Понравился персонаж того чувака, который противоречил всегда в суде и который был жутким лохом. Вот он был классным. Именно по игре, наверное, мне больше всего понравился именно самый главный герой. Его не зря делали главным героем. Да. Он серьезно очень хорошо отыграл. Если бы вы получили право на перерождение, кем бы вы хотели родиться? Украинской девушкой, корейской девушкой, Сон Хи Гё? Знаете, последний вариант мне очень нравится. Потому что Сон Джун Ги. Вот раз если вам не было интересно прожить один день хотя бы мужчиной. Я хотела бы переродиться Чжуньсон. Не просто мужчины, а мужчины с большой буквы. Да. Мне было бы интересно переродиться семье Чеблей. Я живу жизнью не богатой. Мне просто было бы интересно так чисто, чтобы попробовать родиться мужчиной. Чеблей это не обязательно плохие люди. В основном они такие. Это просто их так коверкают в драмах. Ребятишки. Я брала. В общем, нам все понравилось. Мы ставим максимальную оценку этому фильму. Я надеюсь, что вам понравилась наша реакция. Прокомментируйте, кем бы вы хотели переродиться в следующей жизни. Ури! Тащи мандаё!